Девочки, всем привет, с вами я, Ася, и это начало моего сегодняшнего влога. И сейчас мы с вами пойдем за полимерной глиной в магазин художественный, а потом еще куда-нибудь. Я не знаю пока что куда. На мне сейчас вот такая кофточка Nike. Рукава я у нее сделаю повыше. Сейчас еще одену плащ. Как это называется? Шарфик, кедики и джинсики. На мне уже одеты. В общем, вот я сегодня с распущенными волосами. Из макияжа на мне только. Так, как бы меня показать-то? Я не знаю, как меня показать. По-нормальному. В общем, из макияжа у меня только тушь, консилер и губы гигиенической помадой. Ладно, пока что пока. Девочки, извините за вот это вот отступление, просто я не знала, включилась она или нет, здесь очень шумно. Мы с мамой сходили в художественный магазин, там ничего не было. Точнее, там не было полимерной глины именно сонетовской. Потом мы сходили в галерею, там я зашла в Нью-Йоркер и купила себе еще одну кофточку. Опять за 49 рублей, которую я долго ждала, она была 169. А за 169 я ее как-то не хотела покупать. Мы купили, да, совпало в детство, мы купили игрушку лизуна, потому что я его всегда хотела, зашла в магазин всего по 38 посмотреть формочки для мыла. А там, как это, есть этот лизун. Вот я его купила, потом мы пошли в Ашан, и я купила себе все для челленджа Baby Food, то бишь это сок детский и детское питание. И это все мне нужно будет съесть этого видео, оно, наверное, может даже выйдет перед этим влогом, а может после. Я еще точно не знаю, не определилась. Сейчас я уже иду домой. До встречи. И, девочки, сейчас я снимаю конец влога. Я уже дома. Сейчас 11 часов вечера. И сейчас я буду ложиться спать. Вот мои глазища без макияжа, как бы вам их показать-то. Ну, как-то так, в общем. Я сейчас в пижамке моей Hello Kitty-шной. Хочу спать очень, сейчас пойду. Сейчас выпью чай, чашечку, и все, и спать. Всем пока, с вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне пальчики вверх, пишите мне положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео-ответы, пишите мне на мою почту на Яндексе, и завтра понедельник, завтра в школу. Всем пока, с вами была Ася.